Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Инди, и сегодня мы поиграем в интересную стратегию Инди под названием CJ Craft Commander. И циферка в правом верхнем углу мне прям даже очень понравилась, потому что там показывают аж 300 FPS. Это очень много. Я уже немножко поиграл в игру. Сейчас мы ее вместе посмотрим. Интересная задумка, очень интересная. Сейчас вы увидите. Так, кстати, насчет звука. Что-то я даже не подумал. Меня слышно вообще? Ну, в общем, тут сюжетка, но очень скучная и на английском языке, кроме того. Так, я сразу звук убавлю. Хотя он тут и так убавлен. Стоп, а куда ниже-то? Стоп, а куда реально ниже? Так, а, вот мастер волумы вот до сюда. И это тоже вот так даже. Стоп. Нормально? Ой, куда вы? Стоп. А, я ж мышку управляю, забыл. В общем, суть этой игры такая. Сейчас, подождите, еще, наверное, убавлю. Точнее, наоборот, прибавлю. Вот так. Не, я что-то вообще ничего не слышал. Вот. Так. Во, вот так сойдет. В общем, суть этой игры — побить противника. Ну, смотрите, какой интересный геймплей. Во-первых, мы можем строить отпост, но чтобы его построить, нам нужно стрелять из лука. Это интересная задумка. А, кстати, лучше клавиатуру играть. Так, Ну, в общем, тут сюжетка, я не знаю точно, о чем они говорят. Ну, плохо с английским. Так, правда, я не помню, что это за постройки. Armory Base of Opponents. Unit Base of Opponents. Так, кстати, я не знаю, что это. Баллиста, она сбивает противников в округе. ТНТ, смотрите, мы кидаем по противнику. Ой, кстати, противник идет. Стоп. Вот, мы кинули, но промахнулись. Стоп. Поставим... Ой, он что-то не убьет. Я не знаю, что это за постройка. По-моему, это... А, бара, армори, барак, стоп. Я, кажется, понял. Так, сюда давайте кинем. Постройка, меня сейчас убьют, кстати. А, это все понял, это исследование. Все, мне надо убить этого противника скорее. Эх. Стоп, еще раз. Ух. Так. Надо поубивать их. Этих гадов мелких. Тш. О, готово. Так, давайте убьем вот этого. Как-то он медленно идет, но все же может меня убить. Так, стоп, еще сильнее. Ну, в общем, такая стратегия с... интересным геймплеем. Обычно таких стратегий редко попадаются. Так, поставим вот это, я не знаю, что это, честно сказать. Английский язык все-таки, но разберемся по ходу. Так. Надо разрушить это строение, откуда они выходят. Так, это бой мы, наверное, что это такое? О, баракс, вот то, что надо. Так, уже постройку поставим и будем в них, против них выпускать. Ай-яй-яй. Блин, я потерял своих. Так, ТНТ. Ловите. Так, два урона, еще кинем. Все, бараков больше у них нету. А мы сейчас кинем свои. 16 секунд целых. Ох, как долго. Так, это у нас что за строение? Гарсион. Мы поставим армори. Не знаю, что это. Я так понимаю, улучшение какие-нибудь. Так, да, это улучшение. Мортира. А еще можно построить такое же строение и мортирку. Так. Не знаю, что за мортирка, но, по-моему, она классная штука. Да. Вот, то, что надо, кстати. Только я немножко не там поставил, где надо. Кинем ее вот сюда. Она отбивается от противников. Так, надо убрать от мортирки вот этого гада мелкого. Ай, нет, не помог. Так, я построил гарнизон. А, нет, гарнизон, вот, баракс. Мне нужны бараки. Так, мне надо главное оборонять... Стоп, почему бараки не построились? Ух, сколько их тут много-то. Так, еще надо кинуть. Так, отлично. Нам нужна еще мортира. Мы будем отбиваться от них. Тудыщ. О, неплохо. Пускай она отстрелит противников. Правда, она какая-то не меткая, если честно. Тут основной ресурс — это время. В этой игре. Давай еще.
Вот. Стоять. Трожь мою мортирку. Ты. Да, блин, ну подожди ж ты. Уж я сам свою мортирку. Да, сам свою мортирку убил. Гениально. Скорее. Так, еще раз так же. Тут еще все попал. Еще раз. Во, отлично. Отбили. Еще мортирка нам нужна. Кину я его вот туда прям. Какой-нибудь поглубже. И так. О, неплохо, молодец. Отбивается мортирка. Так, ловите. Так, переключим, стоп. Кинь еще. А, недалековато. Так, выберем вот эту базу. Бараки. Я давно хочу построить бараки вот сюда. Вот, отличное место. Так, а, они автоматически работают. Неплохо. То есть мне даже не надо за ним следить. Так, это все пока все закрыто. Так, мою эту трогают, гады. Ловить. Во, попал. Так, ну давайте еще одну мортирку кинем. Вон туда. Вот, ой. Не то, что я хотел. Я, знаете, что сейчас подумал? А как я вот пост кину, если там мешается немножко моя база? Предыдущая. О, вот, сойдет. Так, TNT. Так. И кинем отпост вот сюда. Вон и противника тоже своя база. Куда не выходят. В большом количестве. Одни бараки у них, правда. Ну, противная достаточно их база. Так, давайте поскинем еще один гарнизон. О, пошли мои солдаты уже. Первые. Ах ты ж. 2 из 5. Что значит 2 из 5? А, сколько солдат уже вышло? А я их не вижу почему-то. А, он... Нет, где второй? Так, еще один гарнизон вот сюда кину. Ой, я своего убил. И бараки. Еще бараки. Нужно больше барак. Сюда. Вот, отлично. И здесь еще бараки. Так, опа. А, я еще не добил тебя. Эй, забыл, стоп. Так, мортирка справится, я надеюсь. Или еще одну кинуть. Сюда кину. Пускай прикрывает. Армори. Давайте поставим вот сюда. Вот сюда. Так, отлично. И TNT кинул. Там рыцари вроде справляются. Но, как видите, задумка стратегии очень такая интересная. Блин, как... В смысле, он головой отбил? Это прикольно. Так, давайте убьем вот этого гада. Так, все отлично. Мы там уже пошли драться. Так. Лови. И еще один раз. Так, отлично. Теперь мне нужно... армори мне больше. Знаешь, что это такое? Аршип. Воздушный корабль. Но это все мне пока нельзя открыть. Что у нас очень маленькая база. Стоп, не надо. Отмена. Что у нас здесь? Хочу отпост вон туда кинуть. Подальше. Нет, не построился, жалко. Чуть за выстрел сейчас было. Были. Так, бараки. Вот сюда бараки давайте. Еще барак вот сюда. Эх, блин, нет. Слишком близко. Мортирку. Давайте мортирку вот сюда. С обороны себя поставим. Ой, а у них тоже мортирка где-то, да? Аутпост. А, нет, он просто тенти кидает. Мортирку еще одну кинем вот сюда. Хотя я бы так не делал, ну ладно. Ничего страшного. Так, мне нужен, я так думаю, армори. То есть, мне нужны бараки. О, поставились. И ба... А, блин, это не то, что я хотел. Надо тебя разрушить. Ой, не-не, сам себя не разрушай. Вот. Так, все, лишнее. Мне нужен гарнизон. Это я путаю. Здание. Так, все. И здесь я буду хотел построить здесь свою базу небольшую. Вот, отлично.
И давайте еще вот сюда. Нет, не. Сразу гарнизон. Мне нужно больше солдат. Бараки. Бараки вот сюда поставим. Вот. И бараки вот здесь, да? Да. Так, вот сюда кинем. Как можно больше солдат. Вот, отлично. Очень много барак. Тинти. О, нет, не тинти. Аутпост. Вон туда кинем. Подальше. Так, гарнизон. Нам нужны еще бараки. Сюда. И еще бараки. 6 секунд. Ой, мой этот аутпост уже бьют. Нельзя, чтобы его убили. Стоп. Нет. Гад. Давайте поближе чуть-чуть поставим. Так, сразу два аутпоста, хотя нет, зачем мне два? И гарнизон еще поближе, чтобы было больше солдат. Нет, еще. Вот сюда. Вот. Бараки сразу кину, только на задний план, вот сюда. Вот, отлично. Солдаты наши должны пройти. Должны же пройти. Очень медленно. Вот на эту базу уже неплохо так нападают, но урона не наносят. Правда. Так, армори. Давайте мортирку кинем. Вот, не знаю, вот сюда, по-моему. Сразу же кинем. А, нет, сразу же не получится. Еще вот пост туда. Мортирку сюда. Кружим. Ай, блин, там зона была. Так, противник тоже мажет. Мы сразу атакуем. По его отпосту. Так, тентишка. И добиваем. Вот, отлично. Готово. Кстати, надо захватить заодно вот эту точку. Тут ресурсы вроде дают. Да, все, захватили ресурсы. Даже несколько раз. Ай! Нет! Как ты посмел? Так, сложновато, конечно, играть в нее. Так, все приходится делать самому. Все, отлично. Забили всех врагов. И на этот аутпост уже наши напали. Я думаю, они скоро его разрушат. Так. А мы не будем терять времени зря. Так, опять сюжетка пошла. Что-то про базу, про вражескую. Мы еще сейчас тоже разнесем. По крайней мере, постараемся. Я думаю, тут очень пригодится гарнизон. Нам нужен этот барак очень много. Гарнизон и армори. Вот здесь мы куча гарнизонов кинем. Отсюда. И здесь, пожалуй, тоже. Так, я здесь попаду вообще. Ух, отлично, как снайпер. Так, и вот туда. Тоже ресурсы есть какие-то. Я не знаю, что, правда, что они дают. Я так понимаю, они улучшения дают. Я попаду. Да, захватил. Так. Здесь нам нужен гарнизон. И еще гарнизон. Бараки. И еще раз бараки. Ай, не-не-не-не. Блин. Потерял бараки. Ух, там у них база очень мощная. И здесь еще одна. Так, нам нужно поставить кучу мортир. Давайте кинем мортир. Ой, они уже идут, кстати. Зарядка. Так, давайте бараки. Ух, сколько наших тут идет. Так, а они, получается, им придется обходить вот там же. Ну ладно. Так, ну неплохо, наши отстреливают. Правда, их перезарядка, как видите, очень большая. Поэтому лучше больше наставить. Мортир. Так, я бы такой, чтобы кинуть еще один армори. Вот сюда у него армори больше нету. Блин, слишком близко. Зачем два отпоста так близко поставил? Так, вот, подойдет. Кинем вот сюда мортирку.
Ой, еще свою поранил базу. Аккуратнее надо быть. Вот. Для укрепления нашей базы. Вот, все. Неплохо. Теперь они точно не пройдут. По крайней мере, в ближайшее время точно. Еще покидаем мортирок. Вот сюда еще. Ух, он отстреливается. Бараки у него. Так, ну и наши солдаты пошли уже в атаку. Прям как заметили, у меня мортиры быстрее строятся, потому что я захватил кое-какой ресурс. Так, еще. Блин, не то. Гарнизон. Бараки. Вот сюда. Во, все. Можно сказать, зона захвачена. Так, и я бы еще поставил гарнизон вот здесь. Как можно больше солдат. Правда, по-моему, это не дает толку, мне кажется. Нет? Да, по-моему, не работает. По-моему, работает только... В максимум 5 солдат можно. То есть толку, что я вот это все строил, мне кажется, нет. Так что зря я, наверное. Ну ладно. Сильно это разницы не имеет. В атаку пойдем. Раз. Сюда. Так, мы разрушили бараки. Это уже хорошо. Здесь так. Нам нужны армори и гарнизоны. Так, ты что здесь стал? Варкампом. Так, стоп. Давайте его разнесем. И не дострелю. Так, получил. Ух, не надо, вы чё? Всем? Офигели. Так, гарнизон еще. Здесь бараки надо ставить. Вот здесь. Стоп, да, блин, мышка проще было бы. Выбери вот эту базу. Вот. Бараки. Вот сюда. Отлично. Теперь мне нужно армори. Сюда. И мортирки вон туда ж. Переборщил. Так, вы там что, мою базу лупите? Всем офигели. Ух, мою мортирку уже трогают. Стоп, не эту базу я убирал. Армори. Сюда. Аккуратнее. Ух, сломали мою мортирку. Ой, зря так сильно. Вот, сойдет. А почему ты выбираешь ту далекую базу? Вот, отлично. Все, оборона у меня готова. Ты чё коров трогаешь? На тебе. Лови. Ты дыщ. Так, еще лови. Так, вы там чё вообще образели? Так, ловите. Поймал. Так, стоп, еще раз. Вон тому. Попал. В смысле, как это я не попал там? Я ж попал. Окей. Армори. Давай, кидай. Турельки. Вот, полетите. Мортиры. Блин, почему я не могу их поставить? Раки. Бомба. Вау, да я гений просто. Я просто не дал противнику разрушить свою базу. Я сам ее разрушил. А почему я не могу их убить? С TNT. Во, наконец-то. Уф, прикрыло. Неплохо. Эх, разрушил. Не то.
слабее. Да. Отлично. Еще давай. Куча мортирик запихаем. В тыл к врагу. Сюда еще. А, да не так же слабо. Да не далеко так. Стоп. Так. А, нет, больше места мало. Бараки. Еще. Вот пост. Вот сюда кинул. Еще мортирку. Ой, что это за... Что это? Стоп. Исчезло? Что это было? Я без понятия. Но игра на стадии разработки вроде как. Что ей позволительно, так сказать. Так, надо рушить. Тинти, лови. Сейчас разрушим уже. Готово. И отпуск остался. Самое главное здание — это отпуск. Я не знаю, почему я сначала начал варкамп рушить. Во. Все зачищено. По-другому не сказать. Так, отлично. И сразу же построим армори. Так, стоп, сначала вот это построим. Вот сюда. И сразу же армори. Уже противники идут. Ты не быстрешь. Так, поставил. Бараки. Сюда, за угол. Сюда. И мортирки. Так, сюда мортирку. У Рокс, это короткий путь, я так понимаю. Можно открыть. Так, сюда мортирку. Да ладно, что вы мажете так? Убил. Попал? Да, в точку. Так, еще надо мортирок. Во, отлично. Три мортирки. Возьмем еще армори. Вот сюда кинем. Так. И этой армори поставим вот сюда мортирку. И вот сюда, если поместится. Не, не поместится. Вот сюда. А ладно, ну почему? Не, не поместится. Жаль. Надо еще одну вот сюда, значит. Все, по прямой пошли. Так, стоп. Блин. А, стоп тебе. Вот сюда. Так, я думал, ты попадешь. Ай, сам себя. Фу, попал. Кинем. А да блин, что... Что ж вы делаете там? Вот сюда, пожалуй. Не, плохо. Ой, сам себя не рушь-то. Я, пожалуй, отпост разорву. Вот тот, вдалеке который. Достану? Да, достал. Пожалуй, еще одну бомбу кину. Успею? Есть. Отлично. Просто полбазы разнес противника. Теперь мне нужно... Да стойте. Почему такая непослушная камера? Стоп. Кыш. Ты кыш отсюда. Ой, сам себя уничтожил. Ну ладно. Другой стороны, тем лучше. К нам противник пытается меня убить, кстати. Трибушет, кстати, можно построить будет. Потом, может быть. Через какое-то время. Так. Кстати, я так понимаю, я за рыцарь играю, а противник за подобие китайцев. Так, стоп, там где враг? Там где-то? Да, он опять вот пост построил.
А, мы друг друга не достаем. Это плохо. А, это тоже еще один лотпост. Ну ладно, мы попробуем по-хитрому. Обойдем. Попробуем вот это разрушить. Ай, не туда ж. О, да ладно. Вы серьезно? Хм, противник умнее меня оказался. Обхитрил. Так, обхитрил. Так, стоп. Надо вот этот вот пост раз... Стоп, да, стоп. Так, дострельнул. Да. Так, один лотпост вот туда кинул. А второй лотпост вот сюда кинул. И по центру. По центру кинул армори. Вот сюда. Так, он опять что-то построил. Какой раз уже. Так, баллиста стоит. Это, кстати, она убивает очень быстро. Солдат. Так, кыш отсюда. Есть. Это моя территория. Еще и отбивает мои выстрелы. Это вообще круто. Ну, круто для противника. Для меня не очень. Так, мортирку вот сюда хочу. Сюда. Так, опять ты пришел. Сейчас тебя быстро отсюда выгоню. Извините. Так, не нужно. Мне нужно. Давай гарнизон кинем-нибудь сюда. Да ладно, ну ты что, издеваешься? Сколько там у вас? Там. Скорее. Отлично. Yes. Отлично. Так, стоп. Это моя база не очень выглядит после такого обстрела. Так, захватим территорию, пожалуй. Побольше так. Ай, может его сразу основную базу лупить? Ах ты ж. Подстроился тут. Так, ишь отсюда. В смысле? Я не попал? Так, как понимать? У тебя такая мощная броня, что мои ТНТ пролетают сквозь тебя? Во. Вот так. Так, нужно еще больше. А я только сам себя уничтожу. Ух ты, разрушил все-таки. Спрятал далековато. Ладно, кинем лотпост вот сюда. Перебросил. Так. Штурмуем. Давай, надо разрушить этот лотпост. Он может так уничтожить мою базу. Скорее. Прям в активную оборону перешел. А, стоп, она ж уже больше не работает. Так, нужно срочно опосу так ставить. Кидаем. Так. И вот это осталось. Скорее. Так. А не успеешь. Ты не успеешь. Так, кинем вот сюда. Тут, стоп. Ты что так быстро близко ты строишься? Кыш. Кыш. Шел отсюда. Так, мне нужно бараки вот сюда кинуть. Армори кину.
Не, я хотел кидать. Ладно, все просто разрушу. В наглую, хотя это будет толстый противник. Успею я или нет? Давай. Нет! Хитрец, блин. Обломил. Давай. Тудыщ. Все, нет баба. Success! Let's continue! Продолжаем. И все. Так, а что ему надо? А, все, конец уровня. Ну на этом все. Спасибо за просмотр. Увидим. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока!